Еще о Турции. Час назад из Брюсселя пришло сообщение о том, что Евросоюз намерен выделить Анкаре 3 миллиарда евро для решения проблем мигрантов. О создании фонда договорились еще в конце ноября прошлого года. При этом из общего бюджета Евросоюза планируется выделить всего 1 миллиард. Еще 2 страны-члены ЕС должны собрать сами. Как это будет реализовано на практике, пока неизвестно. Полученные деньги Анкара должна потратить на улучшение условий жизни мигрантов. Кроме того, Турция обязана будет ограничить пропуск беженцев в Европу, и у них все чаще возникают проблемы с законом. Самый яркий пример – нападение на женщин в новогоднюю ночь в Кёльне.